Привет, я Алекс, ну кто забыл. Я занимаюсь всякими, ну сейчас мы просто займемся экскурсией по городу. Мы в Остраве, это такой город в Чехии, прямо у границы с Польшей. Город маленький, ну совсем маленький. Вот за мной находится непосредственно местный музей, аж 3 этажа, включая basement floor. Первый этаж занимает ресторан и 2 остальных типа музей. И это крупный музей для города. Есть еще один, и, по-моему, он ну, чуть-чуть побольше, но в виде гаража. Чем интересен город? Достаточно старый, приграничный, такая большая и малая Арнаутская. И это центр чешской порнухи и камов. Сюда приезжают специально для этого. Здесь для взрослых развлечения для сеньоров и сеньорит, сеньоритского возраста. Ну и вообще такой милый, хороший городочек. Вот мне нравится. Вот там до сих пор фотографируют на камеру 13-18, такую здоровую. В общем, такое клевое ретро. Очень рекомендую. Посмотрим. Вот бывает обер-прокурор, а у нас тут обер-банк. Самый главный, значит. Жалко черепашку, жалко тортилу. Но благое дело, пошла на завтраки туристам. А тут происходит заседание секты Просекко. Ну, это действительно сектанты какие-то, оно горькое. В таком городе винотека и алкотека гораздо актуальнее, чем обычная аптека. Секс, наркотики и рок-н-ролл. Ну, здесь секс есть, наркотиков не знаю, не спрашивал. Рок-н-ролл, вот послезавтра, например, здесь будет выступать The Cure. А еще тут куча казино на каждом шагу. Ну, потому что полно всяких вот туристов, типа нас. Вон казино. Вон. Моравское казино, вот, видимо, для специальных моравцев. В общем, туристу есть где счастливо провести остаток своих денег. Приезжайте. Острава – город маленький. Ну и, как говорится, какой город, такие и памятники. Не думайте, я не очень далеко от него стою. Я стою практически вот под ним. Памятник, я не знаю, какому-то местному жителю с коробкой. Тут ничего не написано. Ну вот, правильно, надо жить посредством, товарищи. Да, вы все правильно поняли, это философский факультет университета города Остравы. И вот там вот тоже селфи делают. Философский факультет в городе, который специализируется на производстве порнухи для Европы, это круто, товарищ. Ура! А тут, подходи, дорогой, всю правду расскажу. Выкладывают карты и камешки цветные, но почему-то за деньги. А много ли в Бразилии Педро? И не сосчитать. А здесь Дон Педро. Это кондитерская с тянучками и мармеладками. Уважаю. Вот видите, там за мной наверху серп и молот. Много-много. Такое вот старое совковое здание. Вот думаете, что это? А это отель Империал. Не перепутайте. Самый дорогой в городе. Ну-ну. Стоит увидеть такую вот непонятную хрень на улице, как сразу понятно, где-то рядом какое-то современное искусство пасется. Вот этот вот слизняк в очках напротив входа в здешний музей современного искусства. Хотите зайти? Потом расскажите, что там внутри. Хорошо, да. Вы знаете, а котики продают. Это уже 2-й ресторан у кота. А котики правда продают. Вот, кот-кафе очередное. И находится оно дверь в дверь с Роксаной стрип-клаб. Клево. Вот детям мороженое, бабе цветы. Все хорошо. Нельзя быть в Чехии и не взять рогаликов. Обязательно. Пройти нельзя. Это они. Еще раз говорю, берите. Вообще тут можно сделать хороший вояж по самым интересным местам островского дна. И тут много туристов именно за этим. Но сначала ознакомьтесь с видеопродукцией, чтобы знать, кого звать.